патриота смысл прост. Максимально он укорочен. Поднимать за Россию тост и любить Путина очей, и шамана любить молодца. Вместе с дредами и без дредов любить больше родного отца. И понятно уже больше дедов, в чудо русское верить еще, строить больше храмов и тиров, в идеале, чтоб был ты крещен, или чтобы был ты Кадыров. Как тактичен всегда патриот, и на свадьбе приняв алкалоида, молодым он не горько орет. Он орёт им, конечно же, гойда! К извращенцам строг патриот. Ему их противны затеи, но его всё же очень бьёт. Как и что там делают геи, сам, конечно, он не таков. Не от гей-порно часто он дышит, он кончает, когда на врагов. И доносы, и кляузы пишет. Без войны патриоту никак. Это каждому очевидно. Без войны он обычный мудак. Мудаком быть очень обидно. Во врагах дефициту нет. Украинцы, евреи и НАТО. С бородою приклеенный дед. У него от госдепа зарплата. Раньше думал я, что патриот, кто Россию все-таки любит. Но теперь патриот — это тот, кто ее день за днем губит. Перед замедлением и блокировкой Ютуба еще есть возможность поблагодарить дедушку. Черт тебя знает, может, последний ролик. Реквизиты в описании. Большое спасибо.